Сокровищница Мамоны рядом. Не могу винить его за то, что он спрятал тут свое добро. Демон, одержимый материальным богатством. Богатство не что иное, как тюрьма. Да ладно. Неужели ты не хотел бы отрезать кусочек и для себя? Нам доверили хранить равновесие. Такая честь уже достаточная награда. Как по мне, то поддерживая равновесие, мы обычно остаемся с пустыми карманами. Мы сражаемся за правое дело. Так мы поэтому договариваемся с Самаэлем за спиной у Совета. Ситуация здесь сложная. Чем быстрее мы все уладим, тем лучше. Война – хороший солдат, но плохой бунтарь. Расслабься и наслаждайся. Пускайте их к сокровищнице! Стойте насмерть за владыку Мамона! За это, парни, вам слишком мало платят! Не дергайся, я пытаюсь тебя подстрелить! Сейчас я понаделаю вас дырок! Большой подъемник. Полагаю, Мамона перетаскал сюда немало добычи. Этот трус, наверное, прячется внизу. Давай найдем его и выясним, что он знает. Думаешь, он так все и расскажет? Как-то расскажет. Ты
Поди, здесь больше золота, чем мы увидим за всю жизнь. Что Люцифер мог предложить Мамоне? Богатством, похоже, его не соблазнишь. Может, нам стоит получше рассмотреть это золото? Взять немного для нашего расследования? Не монетки, брат, если не хочешь, чтобы я отрубил тебе руку. Уж от тебя-то я никак не ожидал услышать эту шутку. Сокровищницу запечатан. Мамона не дурак. Еще не было сокровищницы, в которую я не смог бы попасть. Мы справимся. Уйти!
за что. Не может быть. Что тебя тревожит? Ничего. Старые дела. Ты будто призрака увидел. Отстань, а! Давай лучше кого-нибудь убьем. Помяни черта. Посмотри на постамент. По-моему, он нужен для чего-то важного. Вероятно, это ловушка. Почему ты всегда такой зануда? Смотри на вещи с оптимизмом, бра. Нам повезло. Это точно была ловушка. А мир — это мрачное, ужасное место.
Ты что-то притих. Обычно тебя не заткнуть. Может, мне нечего сказать? Ты ведь что-то нашел в сокровищнице. Есть вещи. Вещи из прошлого. Когда мир был куда понятней. Сотри то, что было прежде. Помни о долге. Ты хоть что-нибудь еще чувствуешь? Раздор. Ты отвлекаешься. Соберись, пора двигаться дальше. Ты прав. Больше не отвлекаюсь.
Отлично, я нашел артефакт. Ты просто старайся давить на постамент, а я заберу его. Постой, я не... вот так? Ага, держи свою лапищу прямо там. Вот так, почти... Выходи, Мамона! Тебе не спрятаться от правосудия совета! Черт, война! Ты отпустил! Похоже, нас ждет долгая обратная дорога. Thank you.
прав под моим контролем. Мамона! А ну покажись, мелкая жадная сволочь! Эти артефакты из Эдема. Как они могли попасть к Мамоне? Через Люцифера. Как же иначе? Но ведь Эдем был закрыт после нашего ухода. Да, так и есть. Похоже, что это нечто вроде руны карты. Может, она подскажет, куда подевался Мамона. Вульгрим сразу бы разобрался. Бесит, что он так полезен. От нас. Хитрый демон. В его сокровищнице мы нашли реликвии из Эдема. Возможно, Люцифер придумал, как туда проникнуть. Это тревожно. Вход в Эдем был запечатан после вторжения нефилимов. Могущественные артефакты остались лежать среди пепла, но они были в недосягаемости до сих пор. Я должен провести дополнительные изыскания. Если Люцифер нашел дорогу в Эдем, Всевидящее Око раскроет его методы. Мы нашли карту. Понимаешь эти каракули? Интересно. Кажется, у Мамоны есть еще одна сокровищница. Она больше и еще лучше спрятана. Эти каракули указывают ее местоположение. Мы вырвем правду из уст Мамоны и заставим его расплатиться за сговор с Люцифером. Всадники, хоть вы и считаете себя могущественными, но вы оба способны на большее. Гораздо большее. О, вдохновляющая речь! Постой, я возьму бокал. Совет наделил вас силой, но наложил ограничения. Я смогу частично снять их, но вы... Должно быть, и так это чувствуете. Вы привязаны к вашему прошлому и к вашей вине. Это дает совету возможность ограничивать вас, подавлять то, что внутри. Хаос, внутренний мятеж. Между прочим, насчет речи я пошутил.
Что ты сделал? Ты чувствуешь боль, однако не я ее причинил. Объяснись. Я лишь приоткрыл дверь к конфликту внутри вас. Ваша ненависть, ярость, сила. Вы чувствуете ее и можете ею пользоваться. Как? Скоро узнаете. По мере того, как копится ваша ярость, раскрывается и ваш потенциал. Он понадобится вам, чтобы победить Мамону и других владык. Ха-ха, почему я внезапно охвачен желанием убивать все подряд? Уверен, что совет будет очень доволен. Скромный торговец. К вашим услугам. Это всего лишь деньги. Так много душ, так мало товара. Монеты повсюду, не зевайте.